номер 15751, лопата, чудо-лопата, 4 в одном, 990 рублей цена этой лопаты, и как раз таки сейчас мы будем о ней рассказывать, поэтому, внимание, друзья, ограниченный тираж этой лопаты всем нужна, потому что весна, ну, давайте переходите, собственно, к практическим занятиям, поэтому я уже перешел. Да, Володя, понимаешь, когда ты с лопатой занимаешься рассадой, просто ты идеальная картинка для любой нашей телезрительницы, правда? Но я идеальный еще и помощник для своей семьи, потому что, узнав, что у нас будет в эфире такая чудо-лопата, моя теща попросила меня посадить базилик, значит, для дачи. Я с удовольствием согласился. Да, сейчас теща увидит, что это лопата с открывалкой, и ей станет все понятно, собственно. Это не только лопата с открывалкой, это у нас действительно чудо-лопата. Ты знаешь, Володь, вот, во-первых, легко, опять же, посадить рассаду. Вот у нас такое растение в горшочке, обрати внимание, я надежно его фиксирую, присыпаю землей с помощью, опять же, удобной лопатки. Она у нас небольшого, компактного размера, то есть подходит для работы на огороде, подходит для работ дома, да, если вы любите, например, ухаживать за домашними цветами, опять же, пересаживать их в различные горшочки, приобретать новые кашпо. Ну и вот действительно я, например, кашпо, да, есть. Я не слышал со школы слово кашпо, честно слово. Ну приходи чаще в рубрику «Товары для дома», еще не такое услышишь. Ну и вот, друзья, первая функция — это, конечно, лопата. Ты знаешь, вот лопата, такая чудо-лопата, однажды спасла мне жизнь. Ты можешь себе представить? Серьезно, я... Она тебе воды утром после праздника? Не, если бы такое было, я бы был ей больше благодарен, но был другой случай, я на автомобиле застрял, понимаешь, в бездорожье, я уже начал замерзать, была ранняя весна, примерно вот такая же противная погода, то есть было уже холодно, я уже начал волноваться, темнело, я не мог выбраться, и я вспомнил через 3 часа своих мучений, что у меня есть вот такая чудо-лопата, я подкопался, набросал веток и, собственно, смог выбраться, а так Володя, неизвестно, чтобы со мной было в лесу. Купи себе автомобиль, и таких проблем не будет. Друзья, понял. Мы продолжаем разговаривать о чудо-лопате 4 в одном. И я вам покажу, пока Володь занимается рассадой и радует свою тещу, я вам покажу, что же это за 4. Володь, помогай мне. Так, у нас есть черенок для лопаты. Давай, да, черенок для лопаты. У нас есть. Мы снимаем, смотри, ничего нет, да, больше, казалось бы. Но здесь-то у нас в удобном камуфляжном чехле есть еще одна насадочка. Это у нас топорик, дорогие друзья. Вы можете себе представить, настоящий топор, вот такой маленькой лопатки. Опять же, надежно, с помощью нашего крепления на пружинах, мы его фиксируем. Вот я тоже, я думаю, сейчас это без проблем получится. Володь, я же не такой опытный человек, как ты в этом всем, поэтому на меня не обращайте. Ну, а самое-то главное, что у нас топорик имеет, да, функцию, естественно, топора, но еще и функцию молотка. Вот я здесь сейчас продемонстрирую, я тут заготовил у нас такую целую дощечку, да. Вот так легко и просто можете, опять же, прибить, например, гвоздь. Я не буду, конечно, долго стучать, чтобы не мешать вам просматривать нашу презентацию. Но все легко и просто. Но опять же, еще не все. У нас есть здесь гвоздодер. То есть, если вдруг неправильно прибили, значит, гвоздь, да, вытащить, легко, да? Можно вытащить. Можно подложить. Вот дай мне, пожалуйста, вот эту дощечку. Почему бы и нет? Почему? Главное, чтобы был у нас упор, понимаешь? Рычаг называется. Рычаг, да, как угодно. Рычаг, ну, вот, называется. Раз, два. Гвоздик вынут. Отлично. Друзья, компактная вещь, лопата, чудо-лопата 4 в одном. Обязательный и необходимый ваш спутник в поездках за город, на дачу, куда-то там еще в гараже вот будет. Слушай, на дачу мы сказали, а сейчас начнется время пикников. Взяли такой топорик, бросили с собой в сумку или в автомобиль, всегда можно что-то нарубить веточек. Конечно, себе или это еще что-то. Проблема регулярная. Сходи вот к той компании, попроси топор. Сходи вот к той там компании, попроси лопатку. А да пойдешь и потом не вернешься, знаешь, да, не вернешься или в хорошем, или в плохом смысле, да. Но, в общем, зачем это нужно? Пусть к вам все ходят, пусть у вас просят, подарите вашему супругу или там каким-то друзьям, можно подарить такую лопату и, соответственно, ей пользоваться. Лопату, топор, а тут еще 4 в одном. Ладно, мы лопату и топор-то мы выяснили. Да, мы лопату, топор выяснили, действительно, это очень важная функция. Идем дальше, Володя. Что, так, что ты думаешь, здесь есть еще? Вот так вот глядя. Это можно смотреть на мир через вот эту дырочку, нет? Можно, в принципе, как дубинку использовать. Как это дубинку. Еще одна функция. Хорошо. Но самое главное, внимание, звездный войн, это еще и нож из нержавеющей стали. Вот такой острый, красивый ножичек, который, опять же, будет незаменимым помощником не только на даче, но и просто в бытовых делах. Ведь такую лопату можно приобрести для дома, просто для квартиры. Посмотрите, вот такой нож сам по себе. Он стоит
стоит, но 1000 будет стоить в магазине. А это всего лишь одна из функций вот этой чудо-лопаты. Представляете, как здорово? Он уже здесь, оказывается, был все это время. Он был, и он всегда острый, потому что за счет своего материала нержавеющей стали, он всегда готов к работе. Вот обрати, витаминов хочешь? Попробовать яблочко я тебе сейчас нарежу вместе с этим чудо-ножиком, потому что он у нас надежный помощник всегда и везде. Я хочу сказать, кстати, что, ребят, вы, конечно, если приобретаете этот набор, можете наточить отдельно все это так, как вам конечно. Удобно. Потому что, да, это обычная ситуация вот в таких наборах никогда не затачивает прям до супер-остроты, потому что мы все смотрим на это вообще, в конце концов, можно как оружие использовать. Поэтому мы, конечно, к этому не призываем ни в коем случае. У нас только мирная демонстрация. Гуманные, да, действительно, вещи и походы. Пересохло в горле, наверное, у тебя? Есть немного, давай, конечно. Я тебе открою бутылочку, потому что здесь, на ноже, у нас есть еще и открывашка. Это минералка, Володь. Дорогие телезрители, это минералка, да. Пусть это визуально так и не выглядит. Вау. Нет, аж как это выглядит? Это выглядит как минералка. Это выглядит, как у нас, Вова, с тобой начались уже майские праздники. Но вот мы готовимся к ним как раз-таки вместе с чудо-лопатой. Ведь действительно, все отправятся на дачу, отправятся в походы, отправятся на потрясающие пикники. Так вот, действительно, вот с помощью такой чудо-лопаты все это будет легко и просто вам сделать. Она легко, компактно собирается у нас. В основании, конечно же, у нас идет лопата, ведь это у нас чудо-лопата. Вот обратите внимание, такой надежный замочек фиксирует каждый из элементов, которые здесь присутствуют. Ну и все убирается вот в такую красивую камуфляжную сумочку, которую можно легко стирать, между прочим. Да, вот так убрали сюда топорик. Топорик, он же молоток, он же гвоздодер. Закрываем. Он же Гоша, он же Жора, он же Гора. Да, ну и все. Вот так у нас надежно фиксируется ручкой вперед, закрывается и вешается на пояс. Здесь есть у нас вот такой для ремня, например, прекрасные отверстия, да, поэтому все легко и комфортно всегда с собой на даче, в походе, на пикнике, в автомобиле. В общем, незаменимое действительно чудо-лопата, да еще и за такую потрясающую цену, действительно, я никогда не встречал. Действительно, это цена невероятная, удобная вещь, настоящий это лучший подарок любому мужчине, да и женщине. Главное, в машине, на даче, в гараже, это просто первая ваша помощница, это самая чудо-лопата. Всего 990 рублей, осталось 52 секунды для того, чтобы приобрести чудо-лопату, друзья. Вам нужно всего лишь позвонить по номеру телефона. К вам это все приедет, вы это все посмотрите. Если вам понравится, а вам понравится, вы можете платить и забрать вот эту чудо-лопату. И потом, каждый раз, когда вы собираетесь на шашлыки с друзьями, это будет примерно так. Так, мясо взяли, угли взяли, чудо-лопату взяли. Володю взяли, чудо-лопату взяли. И с тех пор у вас не будет никаких проблем и трудностей. Ямку выкопать, пожалуйста. Нарубить дров, пожалуйста, веточек. Ножичком порезать мяско, пожалуйста. И все это компактно, красиво в машине лежит. Это ли не чудо? Это чудо, дорогие друзья. Это чудо-лопата. Это действительно чудо-лопата. Ты знаешь, я тут как будто где-то на сборах на военных разбираю, собираю. Да, и Володь, действительно наслаждаюсь. Давай, у тебя 7 секунд. Пошел, Соловьев. Давай, давай, рядовой Соловьев. За 7 секунд легко превратить чудо-лопату в топор или в молоток по вашему желанию. Поздравляем, друзья, поздравляем счастливых обладателей. Переходим, да. Еще раз посмотрите на нее, так сказать, в красивой, знаете, как фото. Сессия лопаты. Это личный инстаграм, будем так считать. 990 рублей цена, выгода 600 рублей. Номер предложения 15 751. Выгода целых 600 рублей. Класс!